Сан-Юнг Кайрон. Мечта любого дизелиста. Тем более того, кто хочет иметь свой дизельный джип. Вот, что вас ждет на 50, если берете машину с нуля, это вот на 50 тысячах километров пробега. Смотрите, как все просто. Вы приезжаете в сервис, вам снимают головку. Приходит мастер со специальным инструментом и начинает делать вот так. Посмотрите, как прекрасно. Пошла? Это. Пошла. Пошла. Ой, как идет. Это можно сделать даже в дороге. Просто с собой надо иметь всегда обратный молоток. Ключи. Да, и надо быть физически подготовленным. Запасную форсунку. Болты головки блока. Ну, чтоб в пути можно было снять. Пошла, да? Пошла. Вышла. Так, вторая форсунка есть. Небольшая пауза. Продолжаем наше видео. Вот, специальное изобретение фирмы Sanyong Corporation. В каждом автомобиле Sanyong должен быть такой прибор. Специальный, высокоточный. На специально оборудованной площадке. Вот, видите? Тут главная технология. Два удара вниз, два вверх. Два вниз, два вверх. И ни в коем случае не менять последовательность. Смотрите. Да, и рубашка должна быть полосатая под руками обязательно. Пошла? Да, полетела. Сейчас еще порву кроссовки, нахуй, последние. Че, ты встань? Леха, встань. Вот так. Официальный дилер снимает форсунки. Не двинулась ни на миллиметр. Что там? Маслосъемный колпачок. Причем цена головки новой в сборе с форсунками в магазине порядка 7 тысяч стоит. Но мы хотим восстановить старую головку. Да, блядь. Значит, ремонт головки 20. Да, новая 7. Ну ладно, дальнейшее зрелище не для слабонервных, так что до новых встреч в эфире.